и вы здесь. А я как раз не мог найти свою традиционную колу, чтобы поздравить вас с Новым годом. Так что давайте прямо сейчас этим и займемся. Но для этого предлагаю переместиться в более комфортную и теплую атмосферу. Так что секундочку. Вот так гораздо лучше, тут гораздо более тепло, гораздо более по-новогоднему. Ну и, собственно, я вас всех, дорогие зрители, дорогие подписчики, дорогие битмейкеры, поздравляю с Новым годом. Скорее всего, для некоторых из вас он уже наступил точно, потому что сейчас 3 часа по московскому времени, когда я это снимаю, а выложу я это еще чуть позже, но в любом случае, поздравляю вас либо с наступающим, либо с наступившим 2022 годом. Наверное, хорошо, что это 21 год закончился, потому что это говорит нам лишний раз о том, что все с бесконечно быстрой скоростью летит вперед, летит в будущее. И наша задача, как моя, так и ваша, успевать, стараться не отставать и стараться обгонять это время, быть всегда свежими и быть всегда актуальными. И в 2022 году я постараюсь этим и заняться. Я постараюсь сделать для вас больше интересных, актуальных роликов, из которых вы сможете узнать что-то новое. Потому что, согласен, в 2021 я чуть-чуть засиделся в одном формате. Возможно, я исправлю это в 2022 году, а возможно, принесу в этот формат что-то новое. В любом случае, я постараюсь сделать что-нибудь такое, чтобы вам интересно это было смотреть. И вам я хочу пожелать того же. Смотреть только то, что интересно, читать только то, что интересно, и вообще заниматься тем, что интересно. А если вам по какой-то причине в данный момент ничего не интересно, то я всем сердцем желаю вам чем-нибудь по-настоящему заинтересоваться. Потому что заниматься любимым делом — это невероятно круто. Я могу вам это сказать по своему опыту. Потому что даже иногда, даже перегорая к музыке, все равно я всегда возвращался к ней, потому что я искренне люблю это дело. И я желаю вам найти свое дело, которым интересно будет заниматься сквозь года, в котором вы сможете открывать для себя что-то новое, на которое вы сможете смотреть под новыми гранями, которое будет раскрываться для вас по-разному, потому что это невероятно круто. И второе мое пожелание, но никак не по значимости, это найти гармонию с окружающим вас миром, потому что вокруг у вас есть люди, вокруг есть события, вокруг целый мир, с которым можно взаимодействовать. И если замыкаться только на своем деле, каким бы невероятно крутым это ваше дело не было, нужно взаимодействовать с окружающим миром, иначе в этом своем деле очень легко зачахнуть. К сожалению, в некоторых моментах я тоже этим страдаю и всячески с этим борюсь. И желаю и вам с этим бороться, побеждать это. Я желаю вам побеждать это. В любом случае, давайте я не буду затягивать в этот раз. Я точно так же, как и обычно, желаю вам быть крутыми. Будьте крутыми, битмейкеры. И в тех ситуациях, в которых от вас что-то зависит, выкладывайтесь на 100%. И в свою очередь, я постараюсь сделать точно так же. Так что давайте в 2022 году все будем крутыми и будем заниматься классными вещами и принесем в этот мир что-то новое, крутое, интересное и светлое в этом 2022 году. В этот раз у меня, конечно, не баночка, но я думаю, что... Оу, такая кола тоже ничего. Ну и подводя итог, будьте крутыми. Желаю вам всего самого хорошего в 2022 году. И эту почти уже вечернюю новогоднюю колу я поднимаю за вас. С Новым годом. Я пошел монтировать это видео, а потом праздновать, чего желаю и вам. Увидимся уже в следующем видео в 2022 году.